сейчас Тёма этот посмотрит на рояль, ладно? Давай. Тёма, нормально так, если? Ты будешь всех видеть, да? Ну, в принципе, да. Нет, дорогой. Да лучше покажу. В коридоре там просто две студии, да. Ну что, как? Здорово. Сейчас мы все поставим. А смотри, как вы сошлись хорошо в комбинации. Это Майлз? Да. И Паркер. А вы специально или так случайно вышло? Ну так, спасибо. Через 22 дня столетие Чарльза Паркера. И то есть наша задача сейчас записать альбом, его за пару дней типа свести и выпустить, то есть уже в предзаказ залить там через неделю. Мы до этого уже 2 месяца с Лешей подготовку вели там и по дизайну, и по аннотациям. Господи, сколько мы этот текст мучили во все стороны. Под Ригой встать. Перед последним туром, когда надо было играть там, финальную программу, мне приснился сон, прям накануне выступления. А вот снится мне сон. Не проснись, спрашиваю. Да, мне снится сон такой, что я играю обязательно пьесу, Элан Камбетти пьеса, Бенни Голсона, что я ее играю в аранжировке с колтрейновскими вот этими гармониями, заменами, гигантскими шагами. И это где-то с утра происходит. Все, я просыпаюсь. Беру листок, и причем самое главное было заставить себя проснуться. Ну знаешь, как бывает, что-то приходит, я это запомню, все, или стихи бывают во сне приходят, я это запомнил, все, с утра просыпаешься, ничего не помнишь. Тут важно как-то все-таки проснуться. Оттуда перетащить. Да, я проснулся, беру листок, начинаю записывать всю эту аранжировку, Румянцев на соседней кровати просыпается, ты чего? Я говорю, да мне аранжировка приснилась. Он, ты что, совсем? И лег спать. А я в итоге ее записал. Порепетировали с ребятами и первое место заняли. Ее как раз тоже отметили, что вот это такая отличительная. Такую историю уже вспомнил в общаговском. Кто-то из музыкантов рассказывал, то ли Серега Гимадзидинов, да, Антон Гимадзидинов, Серега. Ну, что-то они там, в общем, отмечали день рождения в комнате, набухались и легли спать. И что-то кто-то там такой лежит. Окно откройте, типа дышать нечем. Кто такой, иди сам открой. И кто-то берет бутылку и вот так просто швыряет ее, ну, в окно, типа. И там звук такой, бадач, там все разбивается, стекло сыпется. И они такие там, даже такие, о, свежий воздух, кайф. И уснули все, уснули. На утро, значит, просыпаются. Кто-то там встает такой, а там этот телевизор разбит, ну, бутылка в телевизор попала, а окна закрыты, то есть. Давление низкое, короче. По причине вы занимались? И я, значит, сначала попробовал, потом раз-два, потом начинаешь считать так. Так, это вот у меня уже 9-й, знаешь? Конечно, просто. И все, я думаю... Так, Рома, дело не в давлении. 9 много в день. 9? Ну, конечно, много. А у тебя повышенное давление? Нет, пониженное, наоборот. А кофе что делает? Повышает вроде. Расширяет. Это не важно, 9 это все равно многовато, чтобы он не делал. А еще на шар уже пьешь там. В Козлову пришел там. Точно. Вот это. Сделай мне капучинки. Кстати, а в Козлове молодцы, они наливают. И латте тоже. И капучино, да, да, музыкантам. Да, да. А в некоторых кафе только американо смог. Слушай, в блюз. Ты серьезно? Ритм блюз кафе, знаешь, да? В эссе, по-моему, тоже. Ритм блюз, знаешь, где на этой находится? Там вообще платно заставляют музыкантов платить. Причем какую-то скидку там делают. В доме тоже стали, кстати, да. Только воду музыкантам дают. Там 20 рублей кофе стоит.
Ритм-блюзе. Вообще ничего такого. Знаешь, типа принципиальное, что нет, вот ты не получишь на шару, вот хоть что-нибудь надо заплатить. Вот из всей России в Москве как бы лучшие, да, там студии, комплексы, там в Питере вообще ничего нет. А в Москве это лучший сейчас комплекс, и прямо одно удовольствие приезжать. Причем, знаешь, в чем, что очень хорошо, что музыканты, они проникаются атмосферой, и им позволяет это настраиваться, отрабатывают на все 10 000%. Сами даже иногда себя удивляют, у меня вот там последняя запись была. Представляешь, вот люди звонят просто с благодарностью, типа, Сереж, спасибо тебе огромное вот за возможность хотя бы на такой студии записать материал. Подумал, почему бы не пожить в общаге-то? Это же такая ностальгия. Да. То есть до этого я уже жил там лет 9. В Магнитогорске. В общаге уже лет 9 жил. С 13 лет. А тут как бы классно. Причем у нас компания была Ваня Акатов. Рома Салмасов. И еще кто с нами жил. А, и Саня Пахомов такой. Пьяный, да? Да. Кстати, Саратов. Да, Саратов. А то ли брат там Гриша Зайцев, да? Да-да-да, он какой-то там брат. И мы вроде вот не бухали ничего, да, такого сильно, но весело было. Ну, ходили пьяные. В одной комнате. Да, в одной. Бейкер его, конечно, там прессовал. Это, конечно, несовместимое. Армянский, причем, я немножко обиделся за то, что я когда учился, я поступил на первом курсе, я был. Армян Сичук сразу взял в ансамбль третьекурсников, и Армянцев был на третьем курсе. И мы поехали в Ростов-на-Дону, там мы первое место все заняли. А потом на конкурс поехали в Латвию, под Ригой, в Стайсиле. Мы играли, там я был. Румянцев и Людус Мацкунас, он в итоге второе место взял, и Ян Максимович. Румянцев на меня обиделся, потому что, ну, то есть, знаешь, он виду не подавал, конечно же, но я чувствовал, какая-то вот кошка пробежала. Я первое место занял, а он четвертое. В общем, и потом, через несколько месяцев на конкурсе «Синие птицы», мы там все тоже первые места заняли, нам надо было набрать, скажем, не знаю, 30 баллов, чтобы первое место занять. И Румянцев набрал, я набрал там 30 с чем-то, а он больше на 1 балл, чем я. Он так жутко радовался. Я и вы на двоих, как бы вы делите. Пополам. То есть, скажем, если я три, тогда и вы три. А если вдруг все-таки может быть, ну, можно два варианта записать. Один такой, когда я играю три квадрата, и вы три. А другой вариант, более длинный, я 4, и вы 4. Ну, тогда у вас первый квадрат по 16 вы играете. Там что-нибудь объясняешь? Там, Юр, давай сейчас сыграем по форме так. Значит, первый соло баса будет. Он так, вот так, ага. Первый баса. Так, потом смотри, потом ты играешь квадрат. Так, ага. Потом мы с тобой по 8, и в конце как бы тема и кода. Так, ну давай сыграем. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Это Юра, давай еще. Рассказать про наших учителей. Давайте мы вам расскажем. Вот этот Михаил Ильич Ковалевский, Анатолий Петрович Макуров и Анатолий Васильевич Соболев. Это наши учителя. Мы хотели вообще здесь всех повесить, наших учителей, кого уже нет с нами. Вот, это такие, ну,
музыканты, педагоги, это именно педагоги, просто с большой буквы люди, которые очень много нам дали. Ну, вот это мои учителя, например. И он был не просто учитель по барабанам, он просто вообще по жизни очень сильно помогал. Мудрый человек, человек, да. Старый еврей такой классный просто. И он, когда у меня что-то случалось там, ну, по молодости ехала крыша, там какие-то, что-то куда-то сносило, что-то, он так говорил: Паш, пойдем поговорим. Так спокойненько садился. И да. А он был мастер-кандидат, он, кстати, был КМС по боксу, он мог врезать, если что. И там бывали такие случаи, Михайлович пришел один раз, ну, это, наверное, не надо показывать, а может и надо, не знаю. Пришел с синяком в очках в темном. Михайлович, что случилось? Так, ну, там сразу, что такое там за учителя впрягаться? Говорю, да, кстати, вот, я помню, что я вчера, говорит, стоял там у метро. В очках он был. Да, пиво что-то пил, говорит, мы там стояли, разговаривали, какие-то там отморозки там что-то начали кричать, там: бей жидов, спасай Россию, короче, какие-то антисемиты там начали. И он говорит: я подошел сначала по-хорошему, а потом, говорит, ну, я одного вырубил, говорит, ну, вот меня тоже налетели, говорит, ну, я одного уложил там. Шеф мой такой: Михайлович, как же так? К нему бегал я, он там добрый вообще человек такой, он любым материалом, там, какая есть музыка, там, ноты, он мне сделал подарок, я помню, что-то дисков 50 записал на день рождения, просто 50 дисков разной музыки, но он знал, что я люблю там Арт Блейки, там всякие Финис Ньюборн, такие вот редкие записи. Я говорю: Петрович, он и с обложками не поленился, напечатал. Ну, такой подарок был. До сих пор эти диски лежат. Давно играем, больше там 10 лет уже, где-то 13-12 назад мы играли. И вот, собираясь на репетициях, мы постоянно использовали такой метод подготовки к программе, как игра в хоккей, настольный хоккей. Не знаю, мы, наверное, даже больше играли в хоккей, чем репетировали. Увеличили беглость пальцев. И ног, мы даже ногами однажды играли. Мы сыграли 0-0 в хоккей. Помнишь, ногами 0-0 сыграли? Ногами я. 0-0. Была премия. «Чистый звук» называется. За вклад, ну, премия по звукозаписи именно академической музыки. И помимо того, что мы как лейбл выиграли много номинаций, мне еще дали приз за вклад в развитие индустрии звукозаписи в России. Вот. И этим призом как раз был сертификат на несколько часов на студии CineLab. Поэтому мы сейчас здесь как бы активно так с ними взаимодействуем. Вот. То есть это офигенный вообще. То есть лучше придумать призы невозможно для там, продюсера. Да?